Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Я рассчитываю на то, что в постоянном режиме. Радио-то хорошее, чего ж не слушать. Ну и должны помнить и знать, что программы живые. С понедельника по пятницу с 8 до 10, 2 часа вечером мы беседуем и музыку слушаем от коллективов, которые считаем достойнейшими для показа. Показа в живом исполнении. Хочу сообщить вам, что на период летний, на летний период, так правильно, а то я как Йода заговорю, программа «Живые» переходит в 4-дневный режим. Пятницу мы отдаем дачникам. Ну, а чего, собственно говоря, по пятницам-то париться? Приходят музыканты, и песни играют, а народ в это время картошку сажает. В общем, решили мы, что пятница до конца лета останется свободным днем от живых. Сегодня здесь замечательный коллектив, с которым мы, надеюсь, вас сегодня кого-то познакомим, а кого-то порадуем, просто потому что знаете вы эту музыку, любите и наверняка с удовольствием сегодня послушаете. Есть у нас традиция, добрая, недобрая, не знаю, но прежде чем я назову коллектив и, собственно, представлю вас, вам, музыкантов, ребят сначала сыграют что-либо из своего репертуара. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Не очень я понимаю Дебальского, который старается руками что-то объяснить. Ты у нас, как принято, либо в микрофон, либо молчи. Вот сейчас заиграют ребята, потом я сниму наушники, ты мне скажешь, что ж хотел. Ни слова не понял с того, что ты что, опять все жестами сидишь, что-то машешь руками. Чего ты машешь? Ты кнопки жми. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Что случилась беда, только тогда всем вокруг стало ясно, что не напрасно. Пылятся иконы в подвалах святынь, и светится солнцем с них лики. Покини богов, я готов, ты готов к переменам. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Бежали и пели, но не знали, что ждет впереди. Если упал, не забудь обернуться и посмотреть на все, что оставил у себя позади. Пыль на дорогах, пыль на сапогах, пыль на колесах и струнах. Бежали и пели, но не знали, что ждет впереди. И если упал, не забудь обернуться и посмотреть на все, что оставил у себя позади. Себя позади. Ну, в общем, вступили. Это хорошо, вступление было.
А в некотором смысле музыкальная заявка тоже прозвучала. Давайте будем знакомиться. Группа «Мэнчестер» сегодня здесь, в программе «Живые». Кстати, не впервые, ну, здесь, на своем впервые. И это очень приятно, нас радует, что вы здесь. Олег Пониматко, вокал. Привет. Андрей Бурко, клавиши, вокал. Привет. Вадим Тамахин, бас-вокал. Ну, подойти надо к микрофончику хотя бы раз-то за эфир, так, чтобы сказать что-нибудь. Всем привет. Тебе особая благодарность за то, что ты в фирменной майке нашей, нашего цвета, свое радио. Значит, Павел Сиверцев, гитара. Да, в любой. Вот это мы. Салют. Ну и сам салют. Еще одна гитара — Тимур Мирзоев. Мощный состав у группы «Мэнчестер». И в собственном домике, собственный микрофон левее тебя, да, машет он. Ты тяни его к себе, не надо вставать, тяни. Молодец, вот видишь, как он гнущийся. Это у нас ударник производства, барабанщик коллектива Евгений Рыбаков. Всем привет. Привет-привет. Сказал, так сказал, как отрезал, ей-богу. Ну, в общем, не все это, правда, люди. Здесь еще есть один замечательный, очень, я бы сказал, в картинку бы его вытащить сейчас, иди. Дмитрий Геладзе, вокал на одну песню у меня написано. Все, да, правильно? Да, да. Дмитрий Зной меня зовут. Но ребята, привет всем. Как зовут? Дмитрий Зной. Почему Зной? Что? Ну, потому что Зной, потому творческий что... Творческий псевдоним. Я жгу, да, Дмитрий Зной. А, вот сейчас вы должны верить этого человека. Да, понятно, что, да. Судя по внешним данным, действительно Зной. Причем абсолютный Зной. Я бы сказал, даже выдающийся внешности человек. Спасибо. Спасибо. Да нет, тебе спасибо, что зашел. Да, я мимо проходил. Да, редко к нам заходят люди с такими потрясающими чертами, очертаниями. Чем ты это... Ну нет, был у нас Воронов, он рассказывал мне, чем он это делает. Клеем ПВА обычно. А ты чем? Я как, у меня... Свои штуки есть. Воск такой специальный есть для усов. Вот. Не ломается? Нет. Ай, браво. Ну, в общем, спасибо, дорогой. Это группа «Мэнчестер». Мы сегодня с радостью приветствуем музыкантов, замечательных ребят с их песнями. Будем рассчитывать на то, что если вы раньше никогда не слышали их песен, сегодня вдруг неожиданно для себя обнаружите интересный коллектив, который станет у вас постоянным гостем или, так сказать, постоянным явлением в вашем плеере. С чем заехали, ребятки, рассказывайте. Вот просто пришли попеть, я понимаю, конечно. Может быть, новые песни какие-нибудь принесли сегодня? Ну, во-первых, с хорошим настроением. Это да, это я вижу. Хорошо, спасибо. А, во-вторых, всем привет, рады всех видеть. Хорошо, ну, сегодня мы будем дуэт, как вы уже поняли, с Дмитрием Зноем из группы «Сан-Франциско». У нас будет одна песенка. Песня, вот так я уже сказал. Как-то неудобно, глядя на него, говорить «песенка». Да. Неудобно ему. Так. Что еще? Ну, покажем еще какой-то материал новый. Вот, еще появились будет, новые песни. Будет. Конечно, это будет. Важно. Это важно, чтобы вы об этом сказали с самого начала, потому что ваши поклонники наверняка заинтригованы сейчас. Будет ли что-то новое, чего они, возможно, не слышали никогда, а может быть, слышали однажды, но хотят услышать снова. Я сейчас сообщу. Как называлась первая песня, кстати? Пыль. Я сообщу, как с нами связываться. На всякий случай, вдруг вы еще пока не помните, не в курсе, может быть, забыли. СМС-портал 4647. Это короткий номер, очень просто запомнить. 4647. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а там дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, просто впечатлениями можете делиться, воспоминаниями. Только аккуратней. Бывает, иногда девушки пишут о своих воспоминаниях, а парням-музыкантам потом перед женами неловко. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио. Тут все тоже просто. Анонс вы видите. Почему-то фотографии, которые я обнаружил в интернете, везде вы вдвоем. А вся остальная часть группы где? Да там есть шестером. Да где? Плохо вы себя... Кто ищет, тот всегда найдет. Ну... Кто хочет, чтобы видели в шестером, тот всегда предоставит. Я к тому. Надо как себя пиарить больше, мне кажется. Ну, чутка. У вас коллектив-то огромный. Вы для выездов вообще группа неподъемная, как мне кажется. Для многих. Абсолютно. Поэтому надо, чтобы всех, да, всех видели. Короче говоря, в группе ВКонтакте есть уже анонс. В анонсе фотография. А в самом тексте анонса группа «Мэнчестер» выделена синим. Это значит активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. Надо бы, чтобы это сообщество пополнялось, поэтому вступайте в ряды. Будете получать всю информацию о концертах, передвижениях, турах. Огромных турах по 70 городам страны, которые намечаются буквально в ближайшее время. И вы еще не знаете об этом, я сообщу. Вы будете знать первыми, а это же очень круто. Далее, видеть можно все, что происходит в этой студии. Для этого вы, пожалуйста, войдите на сайт своего радио, своеradio.fm. А там сверху увидите плеер, в плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы просто слушать. Справа онлайн-видео. Кликая на онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке, которую нам предоставляет Planeta.ru, замечательная краудфандинговая платформа. Там же, кстати, есть чат, в котором также можно что-либо писать. Мы за всем пытаемся следить. Если интересно,
интересные сообщения появляются, мы их публикуем в эфире. Глядишь, какие-то из этих сообщений окажутся удобными для того, чтобы поговорить, например, сегодня. Правильно? Что-то долго я трендел, давайте попоем еще. Надо как-то, чтобы музыкой вашей по сердцам пройтись. Ну, что это будет дальше? Песня называется «Отважным». Ну, то есть это посыл такой. Отважным. Все сразу посыл. Нет, ну посыл. Как? Ты же отважным что-то рекомендуешь, посыл. А почему ты, когда говоришь посыл, думаешь о чем-то плохом? Слово «посыл» не только негативный подтекст. А ты заметил, у нас постоянно вот так вот это, да? Вот. Какая-то натянутая струна. Это так. Прекрасно, это же великолепно, я это люблю очень. Давай, дорогой. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня Манчестер. Погнали. Мозолит глаза, что сказать, что ответить, как дети. Ведем себя порой, не скрою. Я сам далеко не без греха, и крики о помощи в строчках стиха мои едва заметны. Куда мы идем, что будет, когда дойдем, не важно. Лают и смеются в лицо, словно стая голодных псов. Давно не чувствовали холод таков на своих запястьях. Так в чем заключается счастье? Что есть надежда и что есть любовь? Помогает ли вера тебе, если в кровь просочились грехи? Куда мы идем? Что будет, когда дойдем? Не важно. Нас рассудят, и среди миллиардов прогнивших судеб подпишет тому, что еще не погасло в пучине лучших. И не напрасно она расцветет и зажжет остальные, чтоб засияла из-под пыли наша планета. Куда мы идем, что будет, когда дойдем? Манчестер здесь сегодня, замечательный коллектив. Если вы сегодня знакомитесь с музыкой этих ребят, то я вам завидую, просто потому что у вас открываются новые горизонты. И многие даже пишут: ух ты, ух ты, ух ты, только услышал, как круто, как здорово и так далее. А вот любопытнейшее сообщение пришло. Ну, всем привет. И Олегу лично передайте, пожалуйста. Мы с ним земляки. Отлично звучите, ребята. Павел Пиковский написал. Ну что, Пашке надо... Паша,
ты тоже ничего звучишь. Ну, сейчас... Я думал, ты сначала спросишь, кто в данном конкретном случае, я думаю, нужно сказать большое спасибо Сергею Дебальскому. Да, аплодисменты. Режиссеру программы «Живые». И еще один маленький момент. Буквально вчера, кажется, да, у меня дни путаются вообще. Но вчера это было. С Эдлес тут была группа такая. И мы вот тоже говорили о том, что ребята слушали время от времени программу, смотрели, я говорю, что звучит как-то все по-разному. Я говорю, в смысле? Ну, вот то так барабаны звучат, а эдак, я говорю, секундочку, барабаны одни и те же, микрофоны одни и те же, аппарат один и тот же, режиссеры одни и те же, звучит по-разному. Это все зависит от того, как играть. От палочек? От палочек, от ноги. Вот когда сидит такой здоровенный бугай за барабанами, то, естественно, бочка звучит так, что аж окна выносит. Понимаешь? Какой сейчас палец мне показал? Аккуратнее. Да, мизинец. Да ладно, я все понял. Нет, это не мизинец, это просто преломление света, видишь? Он за этим... Я понял. Да, потому за стеклом и сидит, чтобы было непонятно, что там происходит. Бережемся. Смотри, что пишет Рина Титова. На мой взгляд, очень такое показательное сообщение. Спасибо вам огромное за этот подарок. Это она к нам. Это одна из самых сильных групп, что я когда-либо слышала в своей жизни. Всего комментария не хватит, чтобы выразить мои эмоции. Хочу лишь сказать тем, кто еще по каким-то странным причинам не слышал, не знаком, что «Манчестер» более чем достойны прослушивания и постоянного обитания в плейлисте. Удивительно, но это одна из тех двух, пишет она, групп, у которых мне нравятся абсолютно все песни без исключения. К превеликому сожалению, ни разу не была на концерте. Обязательно исправлюсь. Парни, пишет она, теперь уже вам. Так. Спасибо вам за то, что вы делаете. И за то, что делаете вы это искренне и по-настоящему. За то, что реально помогаете своим творчеством. За теплоту, которая исходит из ваших песен. Сегодня даже писать больше не буду. Буду просто слушать, ибо это настоящее счастье для моих ушей и извилин. Хорошего всем эфира. Это все читаешь или придумываешь уже? Если бы я мог так придумывать. Ты понимаешь, Гарри Поттер отдыхает в таком случае. Рина Титова написала, и самое важное здесь, на мой взгляд, не только те слова теплые, которые она сказала вам, а то, что девушка безмерно грамотно. Ни единой ошибки я не обнаружил. Ну, это Word сейчас даже синтаксис. Нет, я просто знаю язык. Я сейчас говорю о том, что я немножко знаю язык. Да, очень приятно, когда грамотные люди грамотно излагают свои мысли. Это всегда приятно. Русский язык, он для этого и создан. Чтобы грамотно понимать. Да. Но не всем дано. Почему? Три пробела, запятая. И все. Восклицательный знак. Особенно албанский. Вот когда начались все эти дела с интернетом, албанский стал таким популярным. Привет, медведа. Для безграмотных людей просто спасибо. Понимаешь? Главное, чтобы потом на работе в банке так не провалиться. А так в интернете, пожалуйста. Так, ребятки, ну, все чудно, конечно. Я вот к чему хотел сейчас вас подвести. Каким мыслям, каким соображениям. Группе сколько времени уже? Напомни мне. Но официально с 2012 года, состав, наверное, 2013 год. Ну, то есть 2-3 года примерно получается группа. Но вы же наверняка, я так понимаю, и это все понимают, что это не первая группа у каждого из музыкантов. Единственное, что вы сошлись вот в этом составе 3 года назад. Два года назад. Составом, Два года назад. А сколько времени назад-то у нас были-то уже? Год назад. То есть чуть-чуть год, да? Больше. То есть год назад мы с вами сталкивались уже. Да. А, вы знали. Я помню этот момент. Заметил, в центре зала. Струнка такая, да? Главное, не пили эту струнку, мне она нравится. Значит, год прошел. Вот что за этот год произошло? Что у вас изменилось за этот год? Альбом, может быть, написали? Альбом подписали. В смысле? Ну, в плане того, что он уже почти готов. До осени осталось подождать, и мы его выпустим. То есть год проволынили, и вот теперь только осенью собираетесь альбом выпускать? Да. Молодцы. Мы не торопились сильно. Никуда не спешили. Зря. Писали песни. Да, наверное. Шашлыки, понимаешь, там. А зря. Музыку надо как-то продвигать, и хорошие новые песни, они в любом случае только на пользу пойдут. Чего же Ну, что, новый альбом, да, вот будет у нас осенью. Дебют первый. Но песни, которые там будут, мы сегодня слышим, по сути. Или нет? Не все. Не все. Но какая-то часть вы интригуете, да? Да, какая часть... Есть дуэт, который недавно записали с Юлией Зиминой. Да. Ну, по поводу дуэтов, вот один дуэт сегодня все услышат. С Дмитрием Зноем. Вот. А букву М ты выделяешь сознательно? Зноем. По старой привычке. Хорошо, так. Второй дуэт. И второй дуэт. Многие нас спрашивали, ну, не то, что спрашивали, хотели узнать, с кем бы мы спели из женских голосов. И мы выбрали, не то, что выбрали, выбор был невелик. Мы спели с потрясающей актрисой и с телеведущей Юлией Зимина. Мы спели вот дуэт «Когда на два голоса», на женский и мужской.
Но. Который войдет как раз. Ну, Зимина — это которая... Кармелита. Угу. Ну, я вижу, ты поклонник этого сериала. Я тужусь. Нет, я тужусь представить себе, просто вспомнить лицо. Но это ты сейчас говоришь о сериале, а телеведущая она где? Первый канал, доброе утро. Или бодрое утро. Доброе утро, да. А, ну я в это время еще сплю. Понятно. Но надо посмотреть, просто, чтобы понять, что это. Смотри, Ганга что пишет. Это в чате, кстати, сказать на планете. Ну, что-то как-то чем-то советским эта группа отдает. Похоже на Кузьмина или на группу «Самоцветы». Ну, «Самоцветы», наверное, больше. А что, нет, серьезно, а что ближе? «Кузьмин» или «Самоцветы»? Да. Для меня и то, и другое ровно все. Нет, ну если иметь в виду советское... То есть я почему... Кстати, Ганга — это наш тролль, один из толиков. Он меняет постоянно имена, но по почерку, по судя по той безграмотности. Но вот сейчас действительно то, что было сказано, я абсолютно с этим согласен. Есть, во-первых, ну, во-первых, полный состав. Ничего себе. Бас-гитара, две гитары, ритм, соло, клавиши еще и двойные, ионика такая, да, как вот в старое советское время. Ну, то есть такая хорошая, старая, добрая, советская еще, да, давай скажем так, традиция эстрадного коллектива, такой ВИА. Но звучит его современно, но тем не менее какие-то такие элементы все-таки в этом присутствуют. Это сознательно? Это ход, который вы придумали себе как фишку? Ну, просто в наши 68-72 года, естественно, мы... Да, нет, наоборот. 72 и 68. Ну, честно, я не знаю, уважаемый Ганги или уважаемому... Толик. Толик? Толик. Толик, привет, мы не знаем. То есть это само собой? Да. Получается так. Ну, значит, просто корни сильны, возможно, и влияние какое-то. Как в кино, знаешь, иногда говорят, я не могу тебе сейчас ответить на этот вопрос. Зайди позже. Да. Хорошо. Значит, что касается сегодняшней группы, пишет Андрей Архипов, вот двоякое чувство. С одной стороны, кайфово, а с другой стороны, не мое. Я требую ромашку, погадать нужно, любит, не любит, нравится, не нравится. Вот музыка моя точно, а тексты не мои. Давай сделаем его текст. Попозже. Мы вторую половину нашей культурной программы, назовем это так, будем играть более веселые композиции. Ага. Может, это будет его. Как раз «Ромашка» вот там вот оттуда. Там есть про «Ромашку». Там про «Ромашку» нету, но... 46-47. Возможно, что-нибудь найдем. 46-47. Это короткий номер для смс ваш. Сначала свои, пробельчика, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Давайте петь, братцы, что это будет? Песня называется «Останусь навсегда с тобой». Как всегда. А, я имел в виду живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня группа «Манчестер». Поехали! Теле. Хочется забыть все, что было в моем прошлом, темном прошлом, невозможно, может быть. И браслеты защелкивались на моих руках. И не хватало мне истерик, не хватало даже денег на свой страх. Нам слова не важны станут, когда волна нас укроет, унесет ко дну. И на дне рядом с тобой усну. И мотив, что пелся тысячами вдруг затих. Я останусь навсегда с тобой. Останусь навсегда с тобой. И намного ярче засветит надо мной звезда. В груди вдруг станет жарче, намного жарче, чем всегда. И колени преклоню перед своей судьбой. И встав на краю крыши, чувствовать, что дышишь со мной, рядом со мной. Нам слова не важны станут, когда волна
нас укроет, унесет ко дну, и на дне рядом с тобой усну. И мотив, что пелся тысячами, вдруг затих. Я останусь навсегда с тобой, останусь навсегда. Станут, когда волна нас укроет, унесет ко дну, и на дне рядом с тобой усну. И мотив, что пелся тысячами, вдруг затих. Я останусь навсегда с тобой, останусь навсегда. Нам слова не важны станут, когда волна нас укроет. Я с тобой останусь навсегда с тобой. Я. Знаешь, тут главное, чтобы она этого хотела. Вот. А, правда, я сейчас никоим образом, да, вдруг подумалось мне, когда мужчина говорит, да я с тобой навсегда останусь, она бедная, думает, господи, прости. Зачем мне такое счастье? Что же это делать-то, я с тобой буду, милый человек? Столько лет, столько сил, столько напряжения нужно для этого. Еще раз напомню, Манчестер здесь сегодня, коллектив, с которым мы знакомим, если вы не знаете эту музыку, с удовольствием, и радуем, надеюсь, поклонников группы их песнями. Сегодня будут новые, да, и сегодня уже были новые песни, или пока еще нет? Но ты когда будут, ты предупреждай. Ну, чтобы мы тоже порадовались вместе с теми, кто группу знает. Что для вот некоторых, наверное, новое что-то было. Для некоторых? Да. Хорошо. Главное, чтобы для вас самих это не было. Значит, Виктор Иконников пишет вот что. А вот вопрос группе. А будут ли в следующем альбоме, нормальный вопрос, какие-то социальные подтексты? Спасибо, спрашивает Виктор. Ну, то есть повзрослеете вы в следующем альбоме или так и будете сопли с киселем? А где Сопли с киселем? Я не могу понять, где он нашел. Как он реагирует? Да нет, ну ладно, перестань. Ну будут социальные какие-то подтексты? Что-то гречка подорожала, блин. Ну как жить-то вообще дальше? Надо социалочку. Ну... Про Рибай хочешь спеть? Про Воронежский. То есть санкции не мешают в Воронеже жрать Рибай, я так понимаю. А сейчас же замещение полное идет. А, да, свою теперь, да. Теперь все, теперь у нас нет мяса, теперь креветки белорусские. Кстати, да, море в Беларуси, я сказал, огромнейшее. Вот как-то бывало, такое вот необъятное совершенно. Белорусские креветки это... Комбайном убирают. Да. По поводу социального подтекста, что родится, то родится. Я не могу так. Я не могу так. То есть ты судьбе полностью предоставлен, да? Да. Ну, что получится, то и получится. Мы знаем, мы течем по течению, как... Течем. Есть анекдот такой. Получится, не получится, да и фиг с ним. Значит, Анна Кордонова пишет вот что. Здравствуйте. Два глобальных вопроса она хочет задать к участникам группы. Манчестер. Первый. Извините. Ну, я сейчас серьезно постараюсь задавать вопрос. Так, внимание. Смайлик. Соберись, тряпка. Нет, вопрос такой. Каковы ваши самые первые впечатления из детства? И все задумались. Связанные с музыкой. Любили ли вы музыку с младенчества? Вот ты себя помнишь младенчество? Мечтали ли в детстве стать музыкантами? Посещали ли музыкальную школу? И дальше в этом вопросе ИТП. В общем, на ИТП вы можете ответить сразу. А со всем остальным придется подумать. У кого есть впечатление о музыке? Да, о музыке из младенчества. Я хочу просто увидеть этого человека. Реально увидеть человека перед собой. Да. Младенец, заходи. Ну, короче, ну какие детские? Ладно, давай так. Нет, перефразируем. Я, понимаешь, я про себя вот могу сказать. Давай. Сейчас пока парни думают. У меня такое впечатление, ну вот я как вспомню, школа. Я же начинал как барабанщик. Угу. И мы репетировали у меня дома, и у меня хай-хет, кто знает об этом, угу. Все такое. Он был привязан веревкой к стулу.
Зачем? Ну, как типа играем. Да, вот я такое почему-то сейчас вот родилось сразу. Ну, то есть это было. Клево. Да. Клево. То есть такие там акустические гитары, а я вот прям. И у меня был пионерский барабан, который на стуле прям стоял. Кстати, хорошая вещь, между прочим. На нем Женя сейчас играет. Пружины нет. На нем Женя сейчас играет. Раритетный пионерский барабан. Причем он играет руками, ногами, вот это большая. Ты знаешь, Семен, сразу можно ответить на вопрос, почему что-то советское. Вот, дело в барабане. Дело в барабане. А я не видел, что он красный, правда. Ты сейчас про Женю? К пионерскому барабану самодельная пружина. И как в кино, сейчас мы все засмеялись, и как в кино, там, знаешь, что... Серьезно, не надо, оставь эту маску. Не надо нам серьезных лиц, это лишнее. Ну, короче, есть у кого-то еще более яркие впечатления из детства? Ярких нет. Ярких нет. У меня с 7 лет фортепиано началось, вот яркое впечатление. Каторга, да? Да. Каторга. На 4-й год уже все, по-моему. А, то есть музыкальное образование так и есть? Да. Такие есть, я так понимаю, музыкальное образование. Ну, Женя. Я под металлику уроки делал дома всегда. И всегда получал 5-ки, кстати. Ты отличник, что ли? Нет, металлики. Именно когда я делал уроки под металлику, я получал 5-ки. Они и проверяли. А ты как слушал металлику-то? В колонках или в наушниках? На двухкассетном магнитофоне, вот этот старый. На кассетах еще был. Ну, и что, так прям в динамике и нормально? Ну да, включал, и все нормально. А, я понял. То есть ты ставил колонки на вынос просто в стену, так чтобы соседей выносило. Вон Паша что-то хочет сказать, что у него какие-то воспоминания. Давай. Где Паша? Где? Вот он. И. Ворвись. Ну. А, у меня тоже музыкальная школа. Угу. Целый год. Похвастался. И тут у меня там тарелки летят такие. Ну. А самые первые детские впечатления, вот Анна спрашивала-то Кордонова об этом. Юрий Антонов. Море, море. Вот это вот. Юрий? Юрий. Юрий. Нет, Юрий. Нет, кстати, смех смехом. Чего вы ржете-то? На самом деле тогда по советскому телевидению, между прочим, кроме товарища Антонова и редко Кузьмина в его написнике, который вот этот вот у него плотный был, и Пугачёвой, никого больше, и Кобзон, естественно, наше все. Ничего же другого не было. Так что из всех самый молодой и самый доступный был Антонов. Тогда. Поэтому все его песни, особенно про море, это ж хиты были, шлягеры, сумасшедшие. На этом и росли, вот к чему и пришли Манчестер теперь. Уже и состариться хотим. Да, понимаю. Теперь еще один вопрос от нее. Про альбом. Вопрос она так сразу обозначает. Сколько на нем планируется композиций и будут ли они объединены какой-либо концепцией? О концепции альбомов я люблю поговорить. Да. Так, ну давай. Будет в районе 12 песен. Концепция, наверное... А, я сказал Кузьмин, не, Леонтьев написник, извините. А, Леонтьев? Оговорился, конечно. Кузьмин без написника, он с Пугачевой тогда был. А Леонтьев в написнике все время, ну, у него такая вот накладка была, чтобы побольше казалось. Зачем? Юля, не плачь, пожалуйста. В сетях. Да, это я что-то болтанул, да я про Кузьмина сказал. Да ты что, не, Кузьмин нормальный мужик. А, серьезно, мы уже им перенастроились. Не перетекай. Я тебя, кажется, перебил где-то, давай. А, да, про альбом говорили. 12 песен будет на альбоме. Записаны они приблизительно в течение одного года. Все. Большая часть материала. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки что-то общее у этого всего было. А что получится? Не получается пока. Пока не получается. Что получится, уже увидим. Будет какая-то определенная концепция. Во-первых, там будет... Объясните, раз мы заговорили, братцы, что такое концепция альбома? Ну вот объясните мне. Ну что это? Допустим, все 12 песен про любовь. Ну такая, про что они еще? Ладно, объединяющая тема. Во всех 12 песнях, не знаю, звучит флейта. Ну вот, объединяющая. Что такое концепция альбома? Саунд. Скорее всего, да. Да, общий саунд какой-то будет, это в любом случае. Не, а у вас обычно он другой, что ли, саунд? Как бы тебе сказать? Да как-нибудь как скажи. Говори. Войдут, наверное, песни, в которых как бы, как сказать... О чем мы думали целый год? Концепция. В Википедии, вот набери. Концепция? Да. Что такое концепция, я понимаю. Я не понимаю, что есть. Объясни, концепция, пожалуйста. Альбома. Концепция — это общая суть. Общая, скажем, объединяющая все, что происходит в этой, вот скажем, форме, которую мы проводим сейчас. Что такое концепция программы «Живые»? Это показ интересных музыкальных коллективов. И плюс к этому еще кухонные беседы. Не официальное интервью, а кухонные беседы. Все. А коллективы-то могут быть разные, от фолка до хэви-метала. И я не могу сказать, что нет, это не входит в нашу концепцию, у них барабанчик лысый. Глупость какая-то, ей-богу. Что такое концепция альбома? Вы поете песни, Я понял тебя.
На. Сейчас, подожди. Я пока тебя не понял. Давай споем. Ты прям в тупик нас загнал. Что дальше? Ладно. Никто не может на этот вопрос ответить, но все говорят про концепцию альбома. Про Кузьмина давай, вот, давай. Про альбом. Как называется следующая песня? Следующая песня называется «Прикосновение». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Манчестер. Поехали. Я на всякий случай, потому что бывали эпизоды, когда вроде все, я нажимаю там, а потом... жму на хвостик, да, хлопальщиком, а там... О, как было неудобно. Правда. Бург, слушай, а чего ты, когда по прикосновению поешь, так щуришься, интересно? Так, прикосновение, так щуришься. К чему? Сам к себе, к чему. Касаешься чего-нибудь или нет, в смысле? Клавиш касаешься.
Очень забавно просто. И касается ли что-то еще? Что-то разговор про Леонтьева, мне кажется, далеко нас завел. 4647 — это короткий номер для смс-ок ваших. Сначала пишите свои, а дальше пробельчики. После этого все, что хотели бы спросить, возможно, у музыкантов. Смотри, значит, человек пишет, что не получается смс-ку отправить на 4647. Почему? Не знаю. Поэтому пишет в личку. Передайте ребятам горячий привет, пожалуйста, и скажите, что 1 апреля неминуемо обязано быть. Спасибо большое, Илья Липатов. Чего за ржачь-то такая? Илья Липатов — это барабанщик, который какое-то время с нами играл. Но я понимаю, что барабанщик, вопрос в другом. 1 апреля что такое? Песня, которая... Это первый дуэт, который... То есть имеется в виду, речь идет о песне? Да. Ну, так и не... А зачем он тут тогда сидит в таком случае? Чего он тогда ждет? Конечно, будет. Конечно, будет, Илья. Конечно, будет. Все будет на месте. Мы же готовились к этому. Долго готовились. Мы шли к этому. И вот мы пришли к этому. Послушайте, ну вот смотри. Сама по себе история группы, мне кажется, очень любопытная. Потому что вы год назад, когда у нас были, вам-то и того, тогда-то и вообще копейки какие-то были. Двух не было. Двух не было. А в любом случае, группа, которая так недолго существует, редко может похвастаться большим объемом песенного материала, да, материала музыкального. Сколько у вас на данный момент песен? Ты между те, которые играем? Которые поете на концертах, которые играете, да. Больше 20. Вот. Это для группы, которой 2 с небольшим года, около 3 лет, по-моему, вполне себе достойно. Кто такой плодовитый у вас? Кто пишет тексты? Еще раз спроси. Понятно. А кто музыку? Так, очки. Это удар ниже пояса уже. Все пишу я. Единственное, одну композицию написал наш хороший друг Рустам. Да, из Казани. Песня называется «Аллегория». «Аллегория», которую мы... Мы ее следующий будем играть. Да, которую многие ее, наверное, уже знают. Наслышаны. Тогда вот теперь о концепции. Если ты все пишешь, то с какого лешего согласился петь песню чужую, не свою? Или, в принципе, это не есть главный козырь? То есть я и только я. Не-не-не. Это не основное. Что, ну, а что должно случиться, чтобы ты вдруг захотел спеть чужую песню? Ну, ты же поешь? Как минимум должна вставить. Вставить. Ну, вот. Да. Хороший ответ. Вставить. А что значит вставить? Что должно понравиться? Музыка, текст или сочетание того и другого? Тут, наверное, микс. Микс какой-то золотой микс. Да. А в таком случае с «Аллегорией», когда первый раз услышал я эту песню, многие ребята слушали под гитару просто спетая песня, и она работает. Ну, то есть уже тогда. Вы решили, что песня Манчестера, и все? Нет, она не то, что мы решили. Просто хорошая песня, и человек ее писал с душой. Человек, который, в принципе, от музыки немного далек. В плане, он не занимается этим профессионально. А, вот так? У него совершенно другая профессия. Он написал песню, она такая получилась. Я хочу удивить, наверное. Но в программу «Живые» приходит много музыкантов, у которых совсем другие профессии. Но они занимаются музыкой. Это не так давно, да, и айтишники, и пожарные, кто только... И у вас тоже, я уверен, есть профессия. Занимайтесь тобой музыкой, поэтому это не показатель. Если человек талантлив, то он талантлив, он может начать написать хорошую песню, не одну, вероятно. Это же клево. А он что-нибудь еще пишет, этот человек, вообще, в принципе? Или он написал одну песню и на этом успокоился? Подарил нам, встреча была, наверное, недели 3 назад. Приезжал, встречались в Москве, и подарил нам диск и сборник своих стихов. Ну вот так, круто. Круто. Но дождемся этой песни. Мне просто интересно, в конце концов, что там за текст, что за человек. Возможно, действительно, человек талантливый. И что ж тогда, у нас только Пушкина одна, что ли, в стране. Пускай он пишет тоже людям. Я с тобой согласен абсолютно. Ну, надо же. Вот это ж надо. Неожиданность для меня, что он со мной согласился вдруг. Еще даже часа программы не прошла, а он уже со мной согласен. Это приятно. Значит, где-то была сообщница тоже, которую я хотел прочитать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, уже, видимо, не найду. Убежала. 4647. Это короткий номер. Человек спрашивает, вы рок играете или что? А какая разница, что они играют? Вот вы сами как определяете эту музыку? Сами-то как-то ответьте на этот вопрос, что играют эти люди. На мой взгляд, музыка, как я повторялся и повторяюсь, и буду повторяться, делится на два качества, на два класса. Музыка и не музыка. То есть хорошая и все. Все остальное не имеет ни малейшего значения. Не могу, язык вязнет. Кроме всего прочего, могу сказать, что в эфире своего радио никогда не будет дикой галимой попсы, той, которую терпеть не могу. Ну и блатного шансона, а все остальное — это музыка. Если она талантлива, то почему, собственно, ее не может быть? А у нас кто-то, можно я тебя перебью? Давай. Кто-то нас сравнил с шансоном. Вы шансон? Да. Это что, по цвету
цвета очков, что ли? Как у Шуфутинского, в смысле? А как, а где? Где шансон-то? В чем шансон? Не, шансон, если с французского, это песня. Это нормально? Да. Да, да. А что шансонного у вас? Знаешь, шансон, я знаю рецепт хорошей шансонской песни. Надо все повторять трижды. Сигарета, сигарета, сигареточка. Табуретка, табуретка, табуреточка. Все, это шансон. Обязательно последний припев модуляция должна пройти. Да, да. Вот тогда шансон. Сейчас попробуйте спеть вашу свою песню, любую, вот с такой вот, в такой манере. Вот тогда это будет шансон. Не делаешь ты этого, это уже что-то другое. Что... Ну ладно. Что дальше будет? Дальше песня «Аллегория», про которую мы как раз вот мы о ней говорим. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Манчестер. Погнали. Обреченную душу запалю строки бочки шнуром многоточий, чтобы выйти наружу. Ни угла, ни приюта, бесконечное море и нулем абсолюта мигом станет минута. Вырываюсь на волю и слова гарионы свободы дыхания обнажат переборки души отговор. Штормами ворвется в лагуны замирающий шепот, разрывающий ропот, гитарные струны. Рвутся фрегаты натянутых нервов, и бессонные карты смещаются в серый закаты и рассветы. Обожженную кожей свежесть воздуха чую, верх возьмет осторожность, верну мысли в ножны, свободу линчую. И слова галеоны свободы обнажат переборки души отговорки, не найдя оправдания. И густыми штормами ворвется в лагуны замирающий шепот, разрывающий рокот, гитарные струны. И слова галеоны свободы дыхания обнажат переборки души отговорки, не найдя оправдания. Штормами ворвется в лагуны замирающий шепот, разрывающий рокот, гитарные струны. Ну хорошо, хорошо. А вы что сейчас ждете-то, я не пойму? Не-не-не. Переглядывается между собой. Выйти хочешь? Сейчас, секундочку, подожди, у нас еще до звонка есть некоторое время. А куда ты рвешься? Скажи в микрофон. Можно выйти. Куда? Рыбаков такой, можно? Что, хочешь уйти? Ну, выйди. На две минутки тебе нужно? Ну да, сходи. Ну, сходи, а то что там стульчик наш. Не свой же принес. Поролончика нету. Давай, давай. Быстрее, быстрее, давай. Давай, давай. Так, может, что надо было, может, тебе принесли бы и так. Ну, смотри, время еще есть. Народ много чего, да, действительно интересного пишет, ну, хотя бы уже потому, что как-то реагируют и как-то определяются. Мне-то в шансонье предлагают. Да, кстати сказать, вот чем шансон меня в свое время убил, тем, что петь не обязательно. Ну, хорошо. То есть главное, чтобы в шансоне, да? За душу брало. Ну, да. Да. Главное, чтобы вот оно цепляло. Ты такой, ты между вот так. Ух ты. Ну да, тип того, да. Тип того. Кстати, песня замечательная, между прочим. И я могу сказать, что автор этой песни человек, который очень хорошо понимает толк в том, что делает. Правда?
Правда? Так может, есть смысл действительно с ним как-то посотрудничать на будущее? Скажем вам по секрету, он написал еще одну песню, нам показал. Песня про столицу. Я сейчас не помню, как ее название точно. Uh-huh. Вот. Но песня хорошая, мы ее запишем ближе к осени. Да. Uh-huh. Песня нам понравилась. Круто. То есть новый альбом, который будет, он будет осенью, скорее всего. Да, уже вы так не скорее всего, осенью. В середине октября планируется. В середине октября, вот так. И вы его выпускаете сами, без краудфандинга, сейчас модного и нынче как-то так уже популярного. Сами. То есть сами вкладываетесь в это дело. А нынче сколько стоит? Вот я не говорю о конечной цене, но, в принципе, дорого ли хорошо записать альбом, если это делать в России? Да, начиная со стадии, скажем так, записи, заканчивая сведением и мастером. Ну, мастерингом полным. Я думаю, что дорого. Ну, все относительно, конечно. Ну, сколько примерно? Затрат на одну песню, чтобы хорошо записать, смастерить, не меньше 60 тысяч рублей. 60 тысяч. Допустим, в альбоме 10 песен, 12 обычно, да? У вас сколько? 12 будет? Да. Я так понимаю. Это получается 720 тысяч. Да. Это на то, чтобы полностью сделать альбом. А еще нужно обложку, а еще нужно дизайн, да, нарисовать это дело. Угу. А еще об нужно... этом, кстати, мы еще не думали. А, кстати, хорошо, вы подсказал. Пора. Да. В смысле, можно и не без дизайна, конечно, можно в цифровом. Вон бумажка у Олега лежит, можно так сделать. Но это, кстати, завернуть вот так, знаешь, это конвертик. Это, кстати, к разговору. На самом деле, люди, когда говорят, что вот музыканты, краудфандинг, вот посмотрите, чтобы хорошо. Это в России ты имеешь в виду все сделать, да. Качественно. Так вот, для того, чтобы сделать альбом, обычный, нормальный, полноценный, полновесный альбом, без обложки, сейчас мы не говорим пока еще о дизайне, о художнике, о выпуске, все. Только сведение, да, запись, сведение и мастер выходят вон в какую сумму, 700 с лишним тысяч. Когда, допустим, музыканты на краудфандинг заказывают, ну, закладывают, скажем, сумму 150, 200, 300 тысяч на выпуск альбома, я всегда пожимаю плечами. Но это, есть понимаешь? Студии, Семен, действительно, есть, да, студии, где записать одну песню стоит 10 тысяч рублей. Ну, а качество при этом? Ну... Понятно. Понятно. Так что не дешево. Это все зависит от результата, да? Что хочешь, что увидеть хочешь на выходе. Песню. Ну, песня бывает. Я хочу песню. Нормально, чтобы она звучала. Хорошо. Увидеть на выходе, конечно. Но с другой стороны, ведь... У всех, понимаешь, у каждого слово «нормально звучало» — это же разные вещи. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это старый советский анекдот. Ну, не советский уже, а вот перестроечный. Когда встречаются два новых русских. У одного и у другого одинаковые абсолютно галстуки. Стоит такой перед ним, говорит, где бал? Говорит, вон там. Сколько заплатил? Говорит, ну, 500 баксов. Говорит, дурак! В двух кварталах отсюда точно такой же за 3 штуки баксов можно было взять. 500 баксов. Так вот, я к тому и говорю, имея в виду оптимальную цену, качество и вот результат. Это действительно стоит таких вот 60 тысяч, да? Это не самая дорогая, не самая высокая цена и не самая низкая. Это вот такая средняя цена для приличного качества. Да. Ну, это к разговору о том, сколько стоит дом построить. Всем теперь будет понятно. Мы как-то ни разу по эту тему не поднимали в эфире ни с одной группой, просто о цене. То есть ты на нас посмотрел и решил так это, да? Да, я просто подумал о том, что у вас-то можно было бы об этом спросить. Не кисло живете, очки дорогие. Эфир-то закончится. 4647, это короткий номер для смс-ок ваших. И понятно, что пишите сначала свои, пробел, а дальше все, что хотели бы спросить. Хороший от Бориса вопрос на смс-портал пришел. У вокалиста лицо знакомое. Подожди секундочку. Я уберу подложку, чтобы это прозвучало более тревожно сейчас. У вокалиста лицо знакомое. Он в Химках не работал в Макдональдсе? Он там до сих пор работает. Он владеет Макдональдсом в Химках. Что касается работы... Сколько по хронометражу? Я помню, да. Я стою. Что ты? Я просто зашел в студию, сразу увидел там Макдональдс с картошкой. Я подумал, откуда? Это от Олега. Картошечка от Олега. Естественно, да. Дядя Олег картошечки нажарил. Сколько по хронометражу песня, которую мы закроем этот час? Не помнишь? 3-4 минуты. Сколько? Ну так, навскидку. 3,5 где-то. 3,5. Окей, да, тогда, если есть немножко времени, буквально два таких момента хотел бы отметить. Во-первых, спасибо, что работаете, что не останавливаетесь. Это очень важно. Другое дело, коротко, если можно. Кто чем занимается помимо музыки? Чем зарабатываете? Ну, ты в Макдональдсе, я понял, можешь не отвечать. Так. Ну, я, кроме этого, еще, как я уже говорил, я снимаюсь иногда в рекламных роликах. Ну, окей, как актер. Макдональдс. Да. Окей. Макдональдс. Да. Андрюш. О, я занимаюсь согласованием различных разрешений на строительство и так далее. Все, понятно, что связано. Нормальный человек, да. То есть ты его толкаешь. Нет, я думал, он сейчас скажет. Я занимаюсь
согласованием и разруливанием различных вопросов. Жень, чем зарабатываешь? Институт биоорганической химии, аппаратчик. Ну, нормально. Я даже не знаю, что, как это комментировать. Быстренько давайте. И дальше гитар. Музыканты пошли. Да, дальше музыканты. Гитару преподаю. Вот так. То есть музыкой зарабатываешь на жизнь. Также продолжаю преподавать в студии гитару и ничего не изменилось. Бас и акустику. Понятно. Так. Занимаюсь чистой музыкой, ничем больше. Приятно, как видеть людей, которые зарабатывают на музыке. А вы, разгильдяй, занимаешься всякой фигней. Ну. Петь давай. Увижу тебя в Макдональдсе, припомню это. Особенно в химках. Как называется песня? Которая... Песня называется «Ангелы и демоны». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Манчестер. Твои силы стражам небесным весь донести, ведь время сурово и необратимо сметает все на своем пути. Дух древних племен обрети взглядом, что веет чары твои над землей, из-под лобья отдает дарм света обручей над шальной головой. Ангелы тревожатся, все сбудется, все сложится, и те, кто рядом был всегда, помянись стихом. А демоны все маются внутри, но все наладится, и те, кто рядом был всегда, прикроют своим крылом. А пояса и ветра, что колыхают злато волос девиц по утрам, а ночами бессмертных с ними венчают, и с прощальным костром несут к облакам. Слезой окропи могилы усопших, но знай, не настал пока твой черед, и пускай под ногами лед тоньше и тоньше, но вера твой самый надежный оплот. Ангелы тревожатся, все сбудется, все сложится, и те, кто рядом был всегда, помянись стихом. А демоны все мало, продолжим. Напомню, программа «Живые» на своем радио, и здесь сегодня группа «Манчестер», вторая часть Мадлезонского балета. Мы перерывчик уже отгуляли, да, подышали, а теперь можно, собственно, продолжать. Пауза была большая, долгая, и надо бы что-то петь. Что это будет? Прям сразу. «Лучшая песня». Да, это так называется, не надо смотреть на таких. Скромно. «Лучшая песня». Но честно. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые», здесь сегодня «Манчестер». Погнали. We'll be right back.
когда вдвоем просыпались, то плавился лед в сердцах, что нежно сжимались. Я вижу, что прет тебя от моего пения и моих стихов. Мы понимали друг друга, а в постели без слов. А мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я — это самое лучшее в мире песня. Остальные, а если б жили мы на Ямайке и пили кокосовый сок, мы ходили б только в коротеньких майках, и я вернуться к тебе бы не смог. Крепче сожми мою руку, пусть успокоит волна, солнце разгонит всю скуку, нам теперь не до сна. Зажги на ладони мне ту звезду, что светит там, где нас двое, и гаснет только к утру. А мы навсегда теперь и будем с тобой вместе. Только ты и я — это самое лучшее в мире песня. Остальные, а если б жили мы на Ямайке и пили кокосовый сок, мы ходили б только в коротеньких майках, и я вернуться к тебе бы не смог. Мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я — это самая лучшая в мире песня. Остальные, а если б жили мы на Ямайке и пили кокосовый сок, мы ходили б только в коротеньких майках, и я вернуться к тебе бы не смог. А, кстати, между прочим, зомбирующий эффект, ну вот у меня есть студенты, я преподаю время от времени здесь прямо на радиостанции, а из этих студентов, кстати, могут получиться вполне себе интересные потом сотрудники для радиостанции. Угу. Я скажу, есть некоторое количество тех, кто скоро зазвучит в эфире. Я это знаю, я это понимаю, потому как ребята толковые. Вот я говорю им все время, что есть такое понятие, как зомбирующий эффект. Вот сам себе говоришь, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. И уверен ты в этом, что все хорошо. Если ты сумел это вложить в голову, в уши, в сознание и в душу других людей, то все тоже в это верят. Поэтому, когда группа, сочинив себе песню «Самая лучшая песня», все остальные, ну, она абсолютно ведь убеждена в том, что это правда. И в этом убеждается зал, и потом на концертах. И, собственно, в этом убеждается публика. Теперь давай концерт. И какая плавненько к концертам перешел. Грамотно, да? Когда у вас ближайший концерт? Понял, спасибо. Зря переходил к концерту. Не, ну а если вспомнить? Ну, если вспомнить, да, самая ближайшая дата, которая под вопросом пока, это 27 июня. Это когда? Где? Это где-то в Московской области, День молодежи. Я сейчас не смогу точно назвать. Uh-huh. Дальше нашествие. Ну, фестиваль. Фестиваль. Дальше, да. Дальше пошли фестивали. Вы играете на нашествии? Да. В этом году. Четверг в 8 утра, я так понимаю? В среду? Нет. В среду? Нам сказали, что среду будут люди заезжать. Которая играет в среду. Которая играет в среду. Фестиваль начинается в пятницу, но группа играет в среду. А, кстати, да, почему для работников, которые ставят сцену, там все электричество пройдет? Они же тоже люди. Нет, серьезно, какой у вас день-то? Вы помните, нет? А еще пока неизвестно, там расписание нет. Но вторая сцена. Да. Естественно. В общем, глупый вопрос. На первой сцене там те, кто поет 30 лет одно и то же, а молодые группы обычно на второй сцене подметают. Подметают. Большую подметают. А, и приходят на второй. За то, что хорошо подмели, поют песню на второй сцене. Если хорошо подмели. А бывает и плохо. В этом году вы рассчитываете. Кто-то спичечку бросил. Просто в этом году вы рассчитываете, что все получится. Кроме нашествия, какие еще фестивали у вас? Нет, никаких больше? Был детский рок-фестиваль, принимали участие, вот, который был. Да, Kids Rock Fest. Ну как? То есть вы еще не вышли из этого возраста? Нет. Это хорошо. Глядя на вас, я, в общем, не сказал бы, конечно. А что за такой детский фестиваль? Детский фестиваль, который проводится, по-моему, я не знаю, кто организатор.
Ну, он называется Kids Rock Fest. Организовывает мама нон-стоп. Kids Rock. То есть дети поют? Да нет, дети тоже. Для детей. Че там? Че там? Ну, типа, ну, какие-то детские конкурсы. Ну, что еще сказать? Не-не-не, но есть же фестивали, я знаю просто, например, в Казани есть замечательная рок-школа. Чудесная совершенно рок-школа, где готовят детей несчастных к будущему рок-музыкантов, то есть к бедному, нищему будущему. Да, вот, и там есть неплохое количество... Заулыбались, я понимаю. Да. Там есть некоторое количество классных команд, и мы с ними даже знакомы. С этими ребятами они даже как-то выступали в программе «Живые». Еще на «Маяке», по-моему. Вот я и подумал, что, может быть, это фестиваль для вот такого рода детей, играющих рок, а взрослые музыканты приезжают их поддержать. Некоторым. Семен, честно, мы видели только детей, которые танцевали вместе, да, с нами, но перед... которые пели, ну, я не знаю, я не видел таких. Может быть, на другой сцене, там две сцены на самом деле работала, одна и другая. И вот, может быть, на другой сцене что-то подобное происходило. Ты про Гошу Куценко? А он тоже был на детском? Он тоже был. Он на другой сцене, да. А, да, тогда там дети пели, я понял. 46-47 — это короткий номер для СМС-ок. Сначала пишите свои, пробельчика, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу сегодняшнему. Манчестер называется эта чудная группа. И да, что касаемо концертов, почему-то вы так задумались. Вообще, как у вас сейчас с этим дело-то обстоит, вот серьезно, на сегодняшний день? Лето, понятно, период, когда концертов не особо много, но вот вы существуете 3 года, группа. Я в свое время, просто повторюсь, для аудитории, наверное, это уже привычно, я вывел некую формулу. При этом я ее, так сказать, выводил, глядя на музыкантов, понимая, что происходит. Примерно 8-10 лет нужно группе от начала, так сказать, старта от своего, до того момента, когда группа уже признана, и группа, в принципе, является уже таким явлением, которое знают, которое принимают, и, судя по всему, с этого момента и начинается взлет настоящий, должен начаться, подъем такой серьезный. А вот эти все 8-10 лет группа копит материал, работает с каждым годом, надеюсь, увеличивается количество концертов, фестивалей, поклонников и так далее. То есть вы в той стадии, когда... Зародыши или как? Нет, уже не зародыш, но вы в той стадии, когда и нашествие, это уже серьезно. Тут главное выкидышем не стать. Это серьезно, да. Вот я к этому и вел. Я к этому и вел. Главное в какой-то момент не сломаться, в конце концов, да, и не переплюнуть самих другими себя. Другими словами. Не переплюнуть самих себя. Ну вот теперь просто анализ хочу от вас. Ну не в том смысле, за банкой не тянись. Я имею в виду анализ собственного творчества. Год, два, вот сейчас три. Увеличилось количество концертов? Увеличилось ли количество, не знаю, поклонников? Как вы это ощущаете? Ну, конечно, увеличилось. Вот, ну, конечно, за год, конечно. Семен, пока мы... Не виделись. Не видели. А как вчера ей был? Да, группа, да, наверное, раза в два увеличилась ВКонтакте. Это круто. Так. Концертов в мае было достаточно. Вот в апреле, в мае прям... Прям хорошо, да. Так, хорошо. Но по сравнению, наверное, с первым годом существования, даже со вторым, в третьем году намного лучше. То есть вы чувствуете, что есть действительно рост, есть движение. Да, какой-то есть прогресс в этом. Клево. Ну, мне лично это слышать очень приятно, и очень хотелось бы надеяться, что и наше участие тоже в этом какое-то было. Просто мы вас показывая, всякий раз надеемся на то, что поклонников у вас прибавится. Да. Расчет на это исключительный. Давайте теперь дальше. Что это будет? Песня называется «Продюсеры». Как ты рискуешь сейчас? Я полагаю. Я вообще рискованный парень. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Манчестер здесь сегодня. Поехали. Очень много пили и курили, каждый день был лучшим из всех, и не лень было нам вставать так рано, чтобы брать опять гитары. Я устал считать, с кем я мечтал, и всегда солнце нам светило в глаза. Я хотел тебе просто сказать, что мы лучше, я лучше из всех. И мы поем для тех.
прощали. Наверное, они не понимали, что уйти легче, чем найти кого-то рядом взглядом, даже если ты не рада. Я устал считать, с кем я летал. И всегда солнце нам светило в глаза. Мы хотели просто сказать, что мы лучше, я лучше из всех. И мы поем для тех. Все продюсеры и штампы не нужны. Просто все мы космонавты у Луны. На-на-на-на. 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 На-на-на-на, дамы и господа, мы рады вас всех здесь слышать. На-на-на-на, ай-ей. На-на-на-на, ай-ей. На-на-на-на, ай-ей. На-на-на-на. И всегда солнце нам светило в глаза. Мы хотели просто сказать, что мы лучше из всех. И мы поем для тех. Все продюсеры и штампы не нужны. Просто все мы космонавты у Луны. Все продюсеры и штампы не нужны. Мне всегда язык тянет. Да, я вот хотел тебя спросить, но если не нужны, то что Филиппов-то здесь делает сейчас записи? Филипп? Да. Ну, я так, любопытство ради. Можно я повторю? Смотри, эфир-то закончится. Ну, а если серьезно, имея в виду продюсеров и все, что касается развития музыки в России в целом, вот давайте об этом потолкуем. Правда, любопытно. Очень много, кстати сказать, эпизодов на моей памяти, когда группа обходилась без продюсеров совершенно и выбивалась. Были такие эпизоды, когда, вот на моих глазах, когда, ну, исключительно, вот «Тату», например, чисто продюсерский проект. Вот чисто, я не говорю, сейчас не говорю о жанрах, о видах, о подвидах, но вот просто чисто продюсерский проект. Uh-huh. И таких продюсерских проектов на попсовой сцене подавляющее большинство. Сидит, на мой взгляд, продюсер, в прошлом человек, занимавшийся нормальной музыкой, ну, Виктор Дробыш, например, он же играл на клавишах в группе «Пушкин», на секундочку, да, серьезнейшая рок-группа была, и на альбоме VIP его клавиши звучат. Ну, потом понял в 90-е, что кушать хочется, какой рок, в общем, надо как-то жить, и стал сочинять всякие разные коллективы. Что такое продюсерский коллектив? Сидит человек дома, делать нечего, в гамаке коньячок с ананасом попивает. Прекрасно. Как сразу как-то захотелось ананаса. Да. Да, и думает, надо бы какой-нибудь группешник создать. Вот что-то мне думается, что вот два белобрысых парня такой вот слегка гламурной внешности, напоминающие не парней, вот были бы хорошо бы, надо бы найти. Поискал, нашел, поставил вместе, поют не очень хорошо. За них спели на фонограмме, но это не важно. Они вышли на сцену, вроде красиво, нормально, бабло пошло. Бабло идти перестало, проект закрылся. Вот это продюсерский проект. Ну да. Есть другая совершенно история, когда рождается звено. Я тут гражданку Боул всю жизнь помнить буду. На британском конкурсе, как он там называется, там «Ищут звезд», когда вышла, когда American Idol? Ну, типа того, да. Ага. Ну, крестики вот эти вот. А мы ищем таланты. Да. Ищем таланты, да. Британский конкурс, когда вышла тетка 40-летняя, такая колода-колода абсолютная, на сцену. Ну, просто вот такая встрепанная голова, платье прямое, ничего не. И жюри, которые сидят, они ржут просто над ней, просто троллили ее, пока народ не открыл. Ну, что вы нам споете? Она говорит, я хочу вам арию спеть. Да что вы арию будете петь? А вы кто? Она говорит, я домохозяйка. А сколько вам лет? Она говорит, 40. А что вы хотите добиться? Я хочу стать звездой. Да что вы говорите? И вот она открыла рот, гражданка Сара Боул, и все, жюри встало. Дальше Universal, дальше контракты, дальше концерты по всему миру. Mm-hmm. Вот это не продюсерский проект. Так, как на Западе, в общем, принято, это проект от звезды. У нас таких проектов в России, я помню, а я не помню. Проекты от звезды? Да. А вот я не помню.
назовите мне хоть один проект, хоть один музыкальный коллектив, в котором вот случилось, да, вот появился кто-то, кто просто супер. И вдруг такой добрый продюсер прибежал: я в тебя бабки вложу сейчас, мы сделаем из тебя звезду. Вложил, и понеслось. Что-то я не помню. Обычно эти люди в андеграунде находятся. В них никто бабок не вкладывает, они сами по себе. Я просто не совсем могу вспомнить, как развивалась история Мумитроль, Земфиры. На чем-то же это все основывалось или нет? Ну, на чем-то основывалось, конечно. На некоторых вложениях это основывалось, в некотором смысле. Но кто продюсер Земфиры, назови? Я знаю, кто занимался. Леонид Бурлаков. Так, а теперь кто? А теперь я не знаю. Она сама. Вот умница. А обычно продюсерский проект, он вздыхает, как только продюсер перестает этим заниматься. Но есть нюансы, понимаешь? Ну, однако... Значит, не продюсерский, значит, все-таки от звезды, конечно, да, есть такая история. Но мы сейчас говорим о современности, да, о Земфире сколько лет уже, я имею в виду проекту. Мы сейчас от современности говорим. Конечно, сегодня, на сегодняшний день. Все поменялось же. Я пока такого никого не могу даже... Единицы, вот ты сейчас вспомнил, да, Тролля вспомнил, ты вспомнил, ну, да, там Земфиру, но ну, единицы это из есть. Того, что очень ярко было, да, на тот момент. Отличалось. А больше-то, пожалуй, и нету. Поэтому вот когда ты говоришь, что продюсеров не надо, так может, ты и прав. Они только портят все. Что такое продюсер в России? Музыкальный продюсер, я понимаю, человек, который помогает коллективу писать музыку и сочинять, там, делать какие-то... Ну, то есть он правит коллектив. Саунд-продюсер, да, музыкальный. Ну, да. Я же говорю, музыкальный. Он как-то корректирует. Продюсер, который... Вот тот самый, он скорее бабки вкладывает. Ну, и диктует некоторые условия группе. А кто, где, когда? Вот покажите мне. Что-то я не помню. В общем, не надо вам. Вы, по-моему, и так... Вон, Филипп помогает, слава богу. Он пиаром занимается вашим? Правильно? Да. Вот это вот и все. Я думаю, что он на роль продюсера даже не пытается. И правильно делает. Зачем? Зачем эта мука нужна? Потом отвечает за этих не пойми кого, да? Действительно. Правильно, живи спокойно. Давайте дальше петь. Давайте дальше петь. Следующая песня называется «Презерватив». Превосходно. Как ты обрадовался-то после того, как я сказал, давайте петь. Погнали. Скажи мне, скажи мне, какой сегодня день, и выключи скорее эту. Поехали на дачу мы вчера. Напомни, кому приставал я до утра. Мне сейчас поможет только алкоголь. О, посмотри, у меня мозоль. Ну а чего, все было отлично. Я бы даже сказал неприлично. Все того, что нас было немного. Один из тысячи, тысяча из миллиона. Пили конкретно, гудели как надо. Одна лишь хозяйка квартиры не рада. Но почему лишь разбили посуду? Но меня стошнил на ее дочку Люду. А ведь ее муж известный маэстро. Вот такая жизнь нашего рок-оркестра. Я... Как и прежде, без одежды, лечу к тебе налегке. Моя радость, моя сладость, презерватив в кулаке. Другие тоже поддали немного. Кто-то заснул там у порога, кто-то в ванной заснул невзначай, а мелкий пошел в сосед не пить чай. Я же один, как самый нетрезвый, начал стихи писать, это полезно. Я вложил в них все свои чувства, вот это произведение искусства. Я, как и прежде, без одежды, лечу к тебе налегке. Моя радость, моя сладость, презерватив в кулаке. Без одежды лечу к тебе налегке. Моя радость, моя сладость в моей руке. Презерватив в кулаке, в кулаке. Презерватив в кулаке, в кулаке. Презерватив в кулаке. Ау. Я внимательно заметил, я... хлопать или не студия хлопать? Студия встала. Не-не-не, не об этом речь. Я, честно говоря, в легком замешательстве. То ли ребенка не научили в свое время, как пользоваться этим предметом. Чего он в кулаке-то таскает?
чтобы не потерять. Не то место-то. Под рукой. Да, не, ну подожди, там же смысл. Он бежит к своей возлюбленной. Да, я что-то сейчас мне будешь песни пересказывать, чтобы по-английски пел, что я понимаю, о чем ты. Понятно, что бежит и в клювике нес бы, да? Да, в кулаке несет. Это как-то неромантично это. Вот, дорогая, я пришел. Да. Истек. 46-47 это короткий номер для смс. Ваших сначала пишите свои, затем уже, естественно. Слушай, мне вообще нравится подход. Сидит Дима. Я думал, он споет и уйдет. Он до конца будет сидеть? Даже когда мы уйдем, он будет сидеть. Он же бедный скучает на деревянной табуретке. По-моему, уже квадратным стал его пятая точка. Скоро все произойдет. Что же вы так мучаете человека? Мог бы прийти позже, правильно? Вот то, что сидит-то столько времени. Как же вы так вот нехорошо, на самом деле, распоряжаетесь? Он на репетиции так временем человека. Давайте двинемся дальше. Очень действительно интересно. Сейчас такая дискуссия. Мне Юля напомнила, что товарищ Термейтс, ну, группа такая Термейтс, да. Вот вроде как он выстрелил на голосе и, пардон, стал на расхват везде. Юля забыла одну очень важную вещь. Он всегда был продюсерским проектом. Он никогда не был самостоятельным. И на голосе он оказался как проект продюсерский. Поэтому не путайте, пожалуйста, жопа, в этом смысле вот эту фигуральную пятую часть с пальцем. Это все-таки разные вещи. Вот я не знаю ни одного нашего российского телевизионного музыкального шоу, где, как в Британии, некая Сара Боул вышла на сцену, спела, офигели все, и дальше она стала звездой. Вот кого-нибудь, фабрику вспомнить можно, ну и где они? Ну, что-то попивают где-то, что-то где-то делают. Попивают. Да. Но вот так, чтобы они действительно стрельнул, этот человек, я не помню такого. Ну, правда, не помню. Может, у меня память короткая. Я не знаю. Поэтому я к шоу-бизнесу отношусь весьма и весьма, ну, мягко скажем, терпимо. К нему многие так относятся. Я его терплю. Как могу, так и терплю. Причем к нему многие относятся вот именно как вот этот звук. Да. Очень хочется, чтобы наконец уже на музыкальной поляне как-то что-то поменялось в лучшую сторону. Музыка живая. Вот смотришь, опять же, смотришь любой американский фильм, особенно молодежное кино, да? И там фоном в саундтреке играют рок-н-ролльные дела. Да. Музло обычно рок-н-ролльное, молодежное. Панки какие-нибудь шпарят или молодежные музыкальные группы. Так клево. Смотришь наш фильм про молодых. Ну что чаще всего ты там слышишь? Страшно. Я не могу это слово произнести. Очень редко бывает, что-то путное попадается. Ну правда, попса попсой. Надоело уже, когда страна в попсе живет, как в вот в том самом в киселе, понимаешь? Очень не хочется, чтобы это продолжалось дальше. Надо двигаться. Ну не, понимаешь, да. Среди попсы тут есть тоже очень хорошие композиции. Нет, секундочку, попса это отстой. Среди поп-музыки есть хорошие композиции. А, Я делю так. То есть для меня попса это совершенно вот совершенно такая вот отстойная история. Так дальше уже некуда. Ниже не падает. Ну, типа поющие трусы, вот ты про абсолютно. Это? Абсолютно. Да. Вот абсолютно. Это то, на что ходит народ. Смотри. Вот они ходят последние, ты главное ходи туда, сюда, ходи, да. Как знаешь, этот один. Составов группы Виагра, я не помню, сколько их было. Ну и. Я помню, когда их было двое. Стрелки, белки, сколько их. Сам первый. И сначала был двое. И всегда они теперь самостоятельное творчество, они уходят. Самостоятельное плавание и пишут «Экс Виагра». Это как, знаешь, этот есть рэпер такой, Ассаи, ну, известный достаточно, но сейчас как бы не исполняет. И когда ему спросили, что если вам сделать совместное выступление, например, там, с этой, как... С кем? Ну, ты сейчас показываешь грудь такого размера, ты себе не показывай. Анна... Семенович. Семенович, да, ну с Анной да. Семенович. Тогда ты мало, мало показал. Он такой стоит, такой, ну и чё? Придет к нам куча даунов, и что нам с ними делать? Хороший подход. Очень правильный подход. Так, значит, смотрим. Ждала невесту Полоза, и вот она. Ты ласкай меня, нашу долу постель ложи меня. Даша Шаблинская пишет. А о чем она сейчас пишет? Призывы. А? Что это? Стихи? Или что? Я не понял. Не, я не очень понял. Даша, вы как-то, по-моему, отбились от стаи немножко. Где-то вы не там сейчас. Не те тексты пошли, не та информация. Ну, так бывает, на самом деле. Давайте дальше попоем. Время-то уходит. Очень хотелось бы еще музла. Следующая песня, которую многие знают, она называется «Ёжики». Ёжики. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня ёжики. Ну, в смысле, Манчестер с песней «Ёжики». Поехали. Ёжикам тоже нужны витамины. Они обожают компот из малины. Но газировку не пьют никогда. Слишком колючие, слишком колючие. Это вода.
чтобы каждый поверил, что ежики самые лучшие звери. Ну, а иголки растут у ежа, чтобы никто его, чтобы никто его не обижал. Эндрю, твоя тема окно. Ежики, ежики. Как ты мне сейчас напомнил юность мою. Я тоже, когда эту песню пою, мне тоже это напоминает юность мою. Я о другом. У нас подруга есть, у нее дочка. Вот она, дочка, когда совсем маленькая была, года 3-4, она любила газировку. И когда я ее пила, эту газировку, все время произносила «Колюся я». Колючая. Ну, колючая. Ну, ну, я понял. Да, и вот ты сейчас, когда про иголки, про колючие, я тут же вспомнил сову. Привет, сова. Ну, такое вот у нее фамилье. Приятно стало. Ностальгировать начал, понимаешь как. Такая скупая мужская слеза потекла. А что касается, ну, вот таких вещей тонких, я сейчас имею в виду уже не музыку, а чисто жизнь. С одной стороны, я понимаю, что музыка ваша, она разнообразная очень. Вот эта песня, скажем, она по концепции в альбом не проходит, я так понимаю. Ее там и не будет. Ее там и не будет. Да, она уже давно растиражирована, как я понимаю, очень многие знают ее, хотя бы из интернета. Но что касается, скажем, отношения вообще в принципе, да, к жизни, легкость какая-то в вашей музыке, она все равно... Я сейчас говорю не о том, что нет песен, есть, но некая легкость и отношение к жизни, к окружающему пространству и вообще к людям, она присутствует. Это общее, так сказать, внутренняя, коллективная такая концепция? Или это кто-то из вас уже прививает? Ну, сейчас смотрит Бурка, я не знаю, глаза прячу. Мне кажется, что под его взглядом любой привьется чем угодно. Главное, чтобы он хотел, чтобы это случилось. Насильно, что ли, прививается эта легкость? Есть некоторые композиции, которые мы играем исключительно на концертах. Вот. Создавая этим самым легкость. Создавая этим самым легкость. Вот. А что касается непосредственно саунда и звучания, наверное, Манчестера, то все-таки это... Даже тебе сложно произносить, да? А я научился. Манчестер. 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 То все-таки это более серьезные композиции. Да, вот. Ежики? Очень серьезные. Ну, ежики, ты понимаешь, ежики, это композиция, ее нельзя не играть. Если легкость присутствует у всех. Все молоды. Только поэтому. Ну, то есть с каждым годом музыка будет все тяжелее, 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 тяжелее. Давайте не будем о грустном. Кстати, здесь очень хорошо подметили, что очень напоминает лягушек и лампасов. Есть такая песня у лампаса лягушки, да. Препарирую лягушек. Но ее спеть нельзя в эфире. Ну, если мы из одного города с этой группой. Да, я точнее из одного города. Да-да, я понимаю. К тому, что эта песня как раз напомнила вдруг человеку песню про лягушку и группу «Лампас». Так, что-то... О, а ёшки, вообще огонь. Я точно ее до дыр заслушаю. Даша Шаблинская пишет. Пожалуйста. Видишь, Даш, кого-то цепляет такое вот безбашенность. Ёжики — классная песня, детская. Илья Тиняков написал. Детская? Ну, он считает, что детская. Многие, кстати, ее открывают для себя в пионерлагерях. Ну да, есть... То есть ты знаком с теми, кто живет в пионерлагерях? Кто бывает там летом. Или бывает там летом. Приходится знакомиться. Нет, нам сообщество видео присылает. Видео присылает, кто под них там ставит сценки всякие. Номера разные. Номера разные. Ну тогда у вас есть... Слушайте, у вас есть тогда перспектива написать еще песню про мышек. Я сейчас без иронии говорю. Про Белочку. Слушай, про Белочку.
Пробелы. Тут двоякость получится, двусмыслица. Если взрослые поймут, и дети посмеются. Нет, смотри, нет, белочка пушистая. Ой, как можно разыграть. Про бобров тоже. С ежиком. А если белку с ежом скрестить, что будет интересно? Смотри, как скрещивать. Ну, аккуратнее. Кто из них он, кто она? Вот, когда у ежиков, кстати, бывает сложно. Даже биологи и зоологи говорят, не знают, как определить, где мальчик, где девочка. Да ладно. Серьезно? Серьезно? Я с одним зоологом разговаривал, говорю, как ты определяешь, где пацан, где девчонка? Там же не поймешь. А говорит, вот смотри, ставлю, если побежал мальчик, если побежала, то девочка. 46-47, это короткий номер. Думай пока. 46-47. Чтобы по этому поводу думать и посылать вопрос на 46-47. Короткий номер для ваших смс-ок. Сначала свои, потом пробельчика, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Слушайте, а времени все меньше. Ты что хотел сказать? А вот мы сейчас будем исполнять песню. Наконец-то. Да, наконец-то дуэт, который войдет в наш дебютный альбом. Да. Дмитрий Зной... Иди. Представься. Да, да. Он уже представился. Дмитрий Зной, группа «Сан-Франциско». Привет, ребята. Дождался. Добрый ты. День. Как тебе сейчас хорошо чувствовать себя, наконец-то, уже да, вставшего. Наконец-то уже. Теперь можно сейчас уже что-то произвести в эфир. А, еще раз напомню, что на этой пластинке два дуэта будет, да? Один с Димой, другой еще с... Ну, они войдут, да, оба. Я так понимаю, да, оба будут, оба дуэты на пластинке. Вот с Димой и с Юлей Зиминой. Угу. Ну, нормально. Зной и Зимина очень хорошо отложится, между прочим. Концептуально получается. Это очень. И разные полюса в альбоме. Дядя Дима Зной. Ну что, как называется песня? Песня называется «1 апреля». А, ну да, мы же говорили об этом тоже. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Манчестер. Поехали. Нормально. Да. Yeah. А мы навсегда теперь будем с тобой вместе. Только ты и я. Это самое лучшее место в песне. А по-другому нельзя. А если б жили мы на Ямайке и пили кокосовый сок, мы ходили б только в коротеньких майках. И я вернуться к тебе бы не смог. Незаметно пролетает время. Yeah.
и приду. Оу, oh, yeah. Оу, oh, yeah. Дмитрий Зной. Да, ну да, ну да. Дмитрий Зной. Группа Сан-Франциско. Отсидел свое. Привет всем еще в четвертый раз. Город Энгельс. Целую, обнимаю, скоро буду. Ты весь, весь город обнял, поцеловал. Кстати, здесь, смотри, пока не, ты сейчас уходить собрался? Подожди. Значит, Виктор Иконников пишет. Ну вот, хорошая песня. Зною нужно к вам в группу навечно. Дим, давай, прокомментируй. Мы же не против. Да, мы же не против. Я думаю, мой друг Николай чуть обидится. Вот, это, собственно, второй человек в группе Сан-Франциско, нас двое. А ты тащи его с собой в Манчестер. Ну, я думаю, что мы еще сделаем. Все шоблы, да, будем выступать. Большой коллектив. Два барабанщика. Большой коллектив. Да, можно и в два барабана. Кстати, есть такие группы, которые позволяют себе такую роскошь. Очень красиво звучит. Два барабана. Ух, две барабанные установки, еще мощные такие. Ну, клево, но народ, смотри, как рад. Кстати, вот тут еще история. Помнится, ежики к группе «Градусы» причисляли. Как дела обстоят сейчас, спрашивает Максим Зверь. Ну, так причисляют, наверное, к ним. Но я же официально говорил, что эту песню написал я, и группе «Градус» она не имеет никакого отношения. Ну да, да. Она имеет отношение к моей бывшей группе «40 градусов», и поэтому были такие вот непонятки. Ну, а сейчас-то уже вот этих непоняток нет. Речь об этом. Просто перестали следить, Семен, на самом деле. Кто? За группой «Градусы». А, я? Нет, мы. А, вы? А, то есть вы, в принципе, теперь уже не понимаете, что... Понятно, но человек вот переживал, все-таки как-то думал, как же так-то? Ну, сейчас полегче. Легче? Легче. Хорошо. Значит, каждым годом будет все легче и легче. Легче. И легче. Владимир Бершак пишет, хорошо играют ребята. Оценка такая. 1:47 прошло до эфира. Хорошо, ребята, хорошо играют. Хорошо играют. Значит, а я знаю девушку, у которой день рождения 1 апреля, пишет Даша Шаблинская. Я думаю, таких много. Не только девушек, ну, да, и молодых людей, у которых 1 числа гораздо хуже, если у тебя 29 февраля. А 1 апреля, ладно, это ерунда на самом деле. Ну что, братцы, у нас с вами совсем чуточку времени остается. И эту чуточку надо посвятить, понятное дело, песням. Сколько у вас осталось по программе, по вашей? Ну да, я так и думал. А может быть, вне программы что-нибудь у вас есть, нет? Ну, такое что-нибудь рубануть. Такой. А, нет? Песню? Да, например. Я на всякий случай спрашиваю. Есть желание что-нибудь не в программу? Или вы не любите джемить так? Желание полно, нет? Надо понять просто, что сыграть. Нет, в смысле, ты между еще одну композицию? Да, еще одну. Позицию. К примеру. Какую? Квартиру напротив просить? Да, да, вот видите как. Пиар лучше понимает, что петь нужно. Да-да-да. Да. Не, не пиар, а пиар-менеджер. Извини. Excuse me. Excuse me. Не хотел. Ну да, обидеть. Можем сыграть. Давайте, наверное, и сыграем тогда. А потом уже где-то так к финалу пойдем, уже где-то нам нужно будет какое-то место уходить с вами. Чего? Сейчас надо будет играть? Давай, давай, сейчас. Глянь, он такое ощущение, что он недоволен тем, что ему представляется возможность спеть еще одну песню. Не-не, я доволен, я просто небольшие непонятки, Семен. Да где же? Струна рвется, струна. Как называется песня, которая? Называется «В квартире напротив». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Манчестер. Поехали. Напротив, на 8-м этаже живет мой товарищ умалишенный, который держит у себя собаку и кошку, чтобы не ломились к нему друзья и лесбиянка жена. Он ходит на работу только по выходным, слушая при этом Бритни Спирс и Би-2 со сплином. А вечером одевая шерстяные носки, садится пить кофе у своего камина. В квартире напротив, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Кто-то за, кто-то против, на-на-на-на-на-на-на-на-на. В квартире напротив, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Он смотрит по ТВ исключительно рекламу, не пьет холодный чай, а летом ходит в теплом пальто. Говорит с людьми вежливо, но матом, и проигрывает все деньги в русское лото. Без имени и без лишних эмоций помогает старым людям забираться в такси днем. А вечером репортажи с места убийства, где, как ни странно, побывал, побывал он. На-н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 а-
против. Я не против. А, то есть ты подчиняешься большинству. Ну, если все за, то... Ну, я... Ну что, ребятки, у нас осталось, правда, времечко вот совсем чуточку. Совсем немножко. Народ тут спрашивает, кто-то спрашивает, почему такое название. Не хочу. Вопрос про название задавать уже, честно говоря, поднадоел, потому что всякий раз группа, когда отвечает, отвечает 753-й вариант того, как пришло это название. Чаще всего название приходит с потолка, ткнул пальцем, все, ну, да. Назвались. Как-то, почему, неважно. Концептуально хорошо, красиво. Мэн, мы же мужчины. Мэн, Мэнчестер, да. Да. Ну, не курящие почти все. Что не? Не курящие практически. А, да. В том смысле, что Честер, если иметь в виду Филд и так далее, вот этих аллюзий не нужно, да? Это совсем другая история. Надеюсь, на то еще давай надо как-то о концерте напомнить. Он же будет все-таки в июле-то. Ты же говорил. В июне. В июне. В июне. Давай напомним. Да, 27 июня. А вот с местом мы, к сожалению, не знаем, потому что это администрация проводит. День молодежи, посвященный концерту. Где-то в Московской области. Где-то в Московской области. Окей, да. Ну так и так у вас. Подробности в сообществе мы обязательно опубликуем. Вот все, значит, сообщество. Там где повеселее, вот. Обнаружит. Еще вы играете на нашествие, я так понимаю, в какой день пока еще тоже не знаете. Ну все в сообществах, это вся информация же в сообществах. Окей, то есть люди как-то должны уже наконец войти в ваше сообщество, стать участниками группы ВКонтакте, группы Манчестер. Да, и тогда вы всю информацию о передвижениях коллектива и концертах ближайших, само собой, будете получать в первую голову, потому что это информация, которую они так и так будут публиковать. Какая у вас мечта, Мария Маракулина спрашивает. О, хороший вопрос. Какая мечта? Давай сейчас порассуждаем. Вот о чем вы мечтаете? Я за себя быстро отвечу, потому что она достаточно банальна. Я хочу слетать в космос. Да подожди ты. Да. Я же говорю, деньги. Каждую субботу бываешь там. Тогда это мечта скорее о бабках. Ну, просто потому что это стоит денег колоссально. Как турист летать в космос? Да. Ну, сколько это стоит? Как это музыкант нужен. А, то есть ты в том смысле, что плохих музыкантов отправляют в космос? Плохих музыкантов отправляют в ад. Да, да. Те, кто играет тяжелый металл. Тогда тебе не суждено оказаться в космосе. Значит, огромное спасибо за эфир. Вы прекрасны, вот Ирина, пожалуйста, Титова. Значит, люди уже сейчас, те, которые, может быть, не знали вас раньше, как-то потихонечку подтягиваются, становятся вашими супер поклонниками. За что спасибо вам? Нет, вам за песню спасибо. Нам-то чего? Мы делаем все возможное, чтобы вас узнали, но вы-то играете, вы поете, не мы же это делаем. Это все. Нет, Семен, я смотрю. Я настаиваю, да? Нет, я настаиваю. Мы сейчас поспорим, еще поссоримся на всякий случай. Братцы, ну, давайте так, вы держите нас в курсе всего того, что делаете. Ну, правда, интересно. Какие песни, какие альбомы, какие там у вас планы ближайшие. Будет просто интересно знать об этом тоже. Нам хотелось бы это знать. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за то, что вы у нас побывали уже второй раз в программе «Живые», в данном случае, я имею в виду, на своем-то впервые. Спасибо, что притащили с собой этого колоритного молодого Семен, человека. С тобой всегда как первый раз. Да, я... Это слова должна была женщина сказать, на самом деле. Да. Но, тем не менее, все равно приятно. Напомню, что эти два часа, практически два часа, которые вот-вот закончатся, с вами, уважаемые слушатели, и с нами здесь в студии провела группа «Манчестер». Как анонс, что ли, такой хочу сделать на завтра. Завтра здесь будет совершенно другая музыка.
я имею в виду другой саунд и другое звучание, группа «Третий Рим». Ну, понимаете, что по нас, судя по названию, это достаточно тяжело. В хорошем смысле тяжело, увесисто, так олдово в некотором смысле, с современным отзвуком. Ну, олдово я имею в виду по-настоящему рок-н-ролльно, так скажем. Спасибо за то, что были с нами. До завтра. А вы чем будете заканчивать сегодня вашу программу музыкальную-то? Песня называется «Дорога». А, то есть это сразу ты себе вот так вот запланировал, что после программы в космос сразу «Дорога». Пусть это останется тайной. Вот видишь, как первый раз ты не нашел, что сказать. Это правильно, надо заканчивать сегодняшний эфир. Спасибо большое, всем пока, всем до завтра. Манчестер, Манчестер закрывает свою музыкальную программу в программе «Живые». Погнали. Открою дверь и тихо убью.